Печь для бани. Топка, дверца, вернее, топки будет заподлицо с кирпичной стеной. То есть здесь будет в пол кирпича стена, перегородка. Эта часть будет в предбаннике, это будет в парилке. Вот эта ниша будет вся заполнена камнями. И вот эта вот сетка понаружи топки тоже будет заполнена камнями. Это избавит от нежелательного лучевого тепла в парилке. То есть разогретый металл не будет обжигать кожу, потому что будут камни.
по периметру топки. Здесь еще одна стена, и с этой стороны будет мойка уже с правой. Сюда будет вставать бак из нержавейки дополнительно. Вот до этого бичайка будет вставать. Будет вполне хорошая печка. Зольник. Колосник. Такая ручка. Эксклюзив. Эксклюзивный вариант. Как обычно я люблю делать, при открытии зольника можно регулировать тягу. То есть приоткрывая зольник, начинает идти тяга. Закрывая зольник, перекрываем тягу, и дрова будут леть в печке. Окрашена жиростойкой краской. Весь металл десятка. То есть вот эта топка, вот это вот, блин, тоже топка. Под низом топка. Только вот эта труба 12 мм. То есть печка вечная. Вечная же печка.